Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала «Своим миром». Сейчас у нас будет обзор вот на эту бюджетную материнскую плату от Gigabyte. Это A520MH. И обычно я такие материнские платы, как вы знаете, не покупаю. Но в связи с тем, что с ценами творится какой-то шиндец, а компьютер мне надо было собрать бюджетный. Вот эта прелесть красивая, она бюджетная. То есть это компьютер за 60 тысяч рублей. С маленькими «но». Это корпус мне подогнали по бартеру, то есть бесплатно. Водянку тоже под бартеру. И там еще у меня еще кое-какие запчасти. Я их там кое-какому человеку отправлю, потому что я его как бы с этой бартерной посылки уже пообещал, что там одну посылку ему отправлю. Касательно этой материнской платы, ребята, максимально бюджетной, как можете заметить. То есть ничего тут навороченного нет. У нас даже VRM без радиаторов. Но при этом фатального нагрева на нем нет. В общем, у нас тут 5 фаз идет на питание самого процессора, там 2 фазы на eGPU. В общем, система максимально простая. Но заметьте, сами у нас конденсаторы в данной материнской плате достаточно качественные, хорошие. Мосфеты тут не самые бюджетные, то есть по VRM тут нареканий нету. Ну и дроссели тут на питальнике тоже хорошие. То есть вот компьютер работает, нету никаких там звуков, писков там каких-то, скрежетов. То есть дроссели тут тоже достаточно качественные, они не греются, достаточно крупные. По минусам это только вот что VRM без радиаторов. Плюс цена. Давайте поговорим про характеристики данной материнской платы. У нас тут 2 слота. Это материнская плата, как вы поняли, под AMD. Ну, по названию, думаю, было понятно. Вот. В данный момент в ней вставлен AMD Ryzen 5600. В общем, с ним она работает хорошо, не греется. Поддерживает она максимум оперативную память 64 гигабайта объема. То есть 2 планки по 32 гигабайта. Но в данный момент сюда вставлен 2 планки по 16 с частотой 3200. 3200 это максимальная частота, которая у вас тут заведется с XMP профиля без танцами с бубнами. То есть 3333 и любая другая память там выше частотой нормально тут на XMP профиле не заведется. Даже пробовать не надо, будет срань господня, будет потом вручную это все пытаться настроить. А с учетом того, что материнская плата это не какая-то бэшная плата, там иксовая плата, а все лишь ашная плата. Это дело тут не ахти-то просто, я вам скажу. То есть прям до идеала это настроить не всегда может получиться. Поэтому не рекомендую, когда вы собираете компьютер на бюджетной плате, пытаться взять какую-то супер-бупер дорогую тут оперативную память. Ну и плохую тоже не надо брать. То есть цена-качество, соотношение надо ловить. Лучше вот такую простенькую, она вот этот комплект на 3200 частота. Ну, я не помню, там в районе 3000 что-то, если не дешевле, стоил. Ну, то есть это почти даром. Я помню времена, когда буквально год назад эта же память, по-моему, в районе 10 тысяч стоила вот с этой частотой. Ну, может, не год, полтора, там, два. Ну, она, говорят, десятку стоила, а в некоторых магазинах и по 14 тысяч. А сейчас отдается за небольшие деньги. По накопителям, по M2, в эту материнскую плату только один накопитель можно вставить. То есть тут нет такого, что можно там 2-3 засунуть. Нет, только один M2. По звуку у нас тут звук 7.1. Тут у нас Realtek LC стоит 887. Ну, в общем, такой среднебюджетный вариант. По задней панели у нас тут 2 USB 2.0 и у нас 4 USB 3.2. Также там есть возможность подключить мышку или клавиатуру по аналоговому подключению. То есть этот разъемчик тут тоже есть. В целом материнская плата за эти деньги вполне неплохая, потому что я до этого пробовал собирать компьютеры на AMD на бюджетных платах от, скажем так, Asrock и MSI. Там было танцев с бубнами куда больше. MSI вообще не прошитый бюджетный попался. Поэтому что я могу сказать? Нормальная материнская плата, дешман дешманом, но работает, это самое главное. Ладно, это был такой краткий обзор. Затягивать его не буду. До новых встреч. Пока всем.